Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Вы, как всегда, на канале Марии Великотной, то есть у меня. И сегодня будет продолжение блошиного рынка. Мы побываем в царстве красоты у Евгении Высоцкой. Ну и посмотрим много чего другого. Не на всех предметах есть ценники, а хозяйка, к сожалению, ушла. Ну что ж, мы все равно ходим и любуемся этой красотой. Здесь, как всегда, красота. Посмотрите, какие чайные пары. Так. Тут у нас 3900. Бавария, Германия. Это уже это, да? Это Англия. Это Англия. Тончайший фарфор, конечно, вообще аж просвечивает. Красота. Какие? Это кофейные чашечки уже. Ну, очень красиво. Да. Вот еще кофейные. Дулево. С розочками. Мой взгляд привлек темно-синий прекрасный кобальт. Обратите внимание, у этой фруктовницы какие ручки золотые. Очень красивая форма. А вот рисунок у нее тоже очень интересный. Я о нем рассказывала более подробно, когда говорила о сервизе Мадонна. Это Зевс превратился в женщину, чтобы соблазнить очередную свою жертву. А посмотрите, какой красивый тончайший фарфор здесь. Боже мой, совершенно такой цвет салатовый, совершенно невесомый. Чашка, ну, просто великолепие. Тут сервиз. Вот у меня похожая шкатулка на даче. Так, а вот тут, смотрите, тортница какая. На сальмушке с розами. 10 000. Тарелка, сказка. Кобальт, тройка. Не знаю, кто. Чашка. Франция. Ой, какая форма, смотрите. Какая сказка. Вот еще губы. Очень красиво. Здесь клеймо. Ну, очень красиво. Вот
цвет очень привлекательный. Всегда эффектно смотрится. Так, это вот что? Еще тоже элегантная. Сейчас это очень модно, белый цвет. Чего здесь только нету. Блюда такие красивые, с молочником, ручки золотые. Ой, какое все сказочно красивое. Видите рисунок в тесте, да, супница с золотыми ручками. Что-то такое воздушное, необыкновенно красивое. Вот, кстати, посуда какая. Вот это каподемонта, да, маленькие фигурки. Красивые. Они стоят у нас, сколько же они стоят? Там должно быть написано. 25 тысяч, 4 штуки. 25 тысяч, 4 штучки, это дети. Ай, саулики, сейчас, спасибо. А вот посмотрите, какое огромное блюдо. О, блинушки? Да, ну, там... Хорошо, выставим, я там, вы тарелку забрали, она меня просит тарелки, я приняла. А, здесь даже воротник 3D, да? Да, 3D там. Сейчас я скажу одну. Объемная. Полуобъем это, короче. Да. Полуобъем, ну. Вот это вот тоже какая красивая пара танцующая. Посмотрите, какой фарфор. Замечательная. А это тоже капа де Монте, да? Вот это капа. Вот это балерина, Ника. Да. Жутя, вот эта тарелка с женщиной твоя, нет, это немецкая? Это 19 век, у нее есть имя автора, все это французская, да. А у нее написано сзади или спереди где-нибудь там? Да. И сколько стоит? 50 тысяч. 50 тысяч. Это перед вами Майса. 100 тысяч. Вот прямой эфир. Называется «Варвара», нет пока. Это графинталь лампа. Розенталь, да? Нет, графинталь. Есть розенталь, есть графинталь. Понятно. А сколько это стоит у нас? 30 тысяч. Да. Прекрасно. Так, а вот эти вот фигурки? Вот это вот у нас ангелочек, это вот 45 тысяч. Угу. Это Франция. Так, а здесь у нас? Вот здесь. Собака известной марки. А потом вот это известная вещь. Да, смотрите, да. А это графинталь. 30 тысяч. Какой сюжет прекрасный, да? Играют в карты.
Играют в карты, да. Здесь можете посмотреть. И карты можно рассмотреть. Да. Так что замечательные. Красота. А вот ухаживают за дамой. Сюжет тоже интересный. Влюбленные пары. Да, влюбленные пары. Тот цветы, а это дарит уже, ему... наверное, муж с женой, потому что он уже от нее чуть под пол отвернулся уже. Да, а да. Нет, он сам по себе. Разводится. Да. Спасибо. Пожалуйста. А это, мои дорогие женщины, сюрприз для вас. Мы находимся в отделе винтажной моды. И здесь представлены шляпки, туфельки, босоножки, которые, бижутерии, сумочки, которые мы носили и пользовались во времена нашей молодости, во времена СССР. И все они очень тщательно подобраны по цвету. Приятные воспоминания. Босоножки на танкетке. Когда-то мечта любой девушки. Кожаные босоножки на каблучках. Туфли, лодочки, яркие платки, перчатки, браслеты, любимая всеми чешская бижутерия, яркие круглые бусы из пластика, зеленые, красные, синие, всех цветов радуги, бусы из натуральных камней. Да, мы были большими модницами. А кто из вас помнит первые лаковые туфли? Ой, как мы в них щеголяли! А украшения из янтаря? Я очень хорошо помню и бусы, которые я тогда купила, и свои сережки. Здесь можно встретить, кстати, обувь, которую носили еще наши мамы. Ой, а вы помните бусы из бисера? Ну, кто из вас носил бусы из бисера? У меня они были. И, кстати, вспоминаю любимую свою югославскую обувь. Как мне было удобно, какая была чудесная кожа. И клатчи наши, которые мы носили. Ну, столько воспоминаний, столько красоты. Это перчатки, посмотрите. Ой, сколько перчаток любого размера. Интересно, да. Вы не хотите себе перчаточки такие? Да вы знаете, не сейчас, я просто сейчас не готова. Потом подойду я. Может быть, слушайте, каких только нету. Что-то. И сколько их вообще, целая куча. Да. О, шапка лисья, ну-ка я примерю ее.
модная в те времена была шляпа. Шапа может, была модная. Да, я можете... Ой, красавица такая, кокетка. У вас выключение идет. День произошло два приятных события. Во-первых, я все-таки наконец-то получила удостоверение, что я член Союза коллекционеров России, который я не могла забрать с начала лета. И второе приятнейшее событие. Евгения решила все-таки развивать свой собственный бизнес и сосредоточиться на этом. И она работала последний день. И вот эти приятнейшие события мы пошли отмечать. Вот мы в кафе сидим все вместе. Да. Привет, привет, привет. Идем. Посмотрите, как вы. И какие у нас чайники красивые. Тоже посуда все это. Восточное кафе. Да, восточное кафе, восточное это. Женечка, да. Очень рада, что я вас сегодня увидела. Так соскучилась. Я просто ужасно. Очень рада, что я с вами познакомилась. Да, я тоже рада, что с вами познакомилась. Вы такой позитивный, веселый человек.